В Италии тоже крупный коррупционный скандал. По подозрению в получении взяток арестованы сразу 44 человека. Большинство из них – римские политики и бизнесмены. С помощью сговора и подкупа они получили возможность заключить многочисленные контракты с привлечением бюджетного финансирования. Их обвиняют в создании коррупционных схем, связанных с распределением беженцев в центры для мигрантов, благоустройства Рима и утилизации мусора. Среди задержанных – бывший региональный советник партии Сильвио Берлускони – Лука Громадзио. Предполагается, что он выступал посредником между мафией и бизнесменами. Ордер на арест выдан еще в отношении 21 человека в других городах Италии. Их подозревают в махинациях с тендерами.